2030 год, категория «Кам». Среди гимнастов 2010 года рождения в категории «Б» на первом месте в упражнении с обручем «Чайка Виктория». Второе место – «Скарлата Елена». Третье место – «Романенко Елизавета». Девочки, среди гимнасток в упражнении с мячом на первом месте Заванюк София. Второе место – Романенко Елизавета. Третье место – Филиппова Елизавета. Среди гимнасток 2010 года рождения в упражнении с булавами на первом месте Татьянова Александра. Второе место – Гетманченко Александра. Третье место – Малибок Полина. Гимнастки 2010 года рождения в упражнении со скакалкой на первом месте Чайка Виктория. Второе место – Брухаль Адриана. Третье место – Прудник Анастасия. По гимнастке. Девочки могут быть свободны.